Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Тема сегодняшнего видео опять ответ на вопрос, который задала мне Самира в видео, как переводить комментарии на YouTube с телефона. У нее так получилось, что она выполняла те же действия, которые я показываю в видео, ковырялась в телефоне, что вот как она пишет здесь. Теперь у нее высвечивается вместо русского языка английский язык, и она просит меня объяснить, как вернуть обратно. Данное видео у меня было записано в марте месяце, год тому назад, то есть получается полтора года тому назад, и сейчас на данный момент все функции изменились, не такие остались, как раньше. Я захотела записать видео для того, чтобы показать, как это сделать, и в итоге интерфейс сейчас совсем другой. Я нашла более быстрый выход, как переводить комментарии на YouTube с телефона. Сегодня я вам хочу показать, как это быстро можно сделать. Давайте перейдем в Google Chrome. Как обычно, заходим в Google Chrome. Вот сюда. Также буду показывать для того, чтобы вам было видно. Далее у меня, видите, здесь автоматически находится мой канал. Вы, как и я в видео рассказываю, просто можете добавить ссылочку, да, вот сюда, например. Вот. Можете просто ввести запрос, например, что вы хотите, например, куда попасть, на какой канал. Так как у меня уже видео здесь есть, я не буду затрачивать долго времени, я только быстро покажу, каким образом можно быстро переводить. Вот вы видите мой канал на данный момент, да? Если раньше выполнял несколько действий, интерфейс был другой совсем, сейчас интерфейс поменялся. Что мы сейчас делаем? Мы берем, нажимаем вот сюда на три точечки. Смотрите, не нижние вот эти, а выше. Вот эти три точки. Давайте на них. Далее, смотрите, у нас здесь есть Google переводчик. Написано «перевести». Далее мы что делаем? Мы нажимаем «перевести». Видите, у нас внизу вот здесь «обнаружен язык» пишет. Он у нас, видите, автоматически показывает русский язык. Далее. Вам, например, не русский нужен, а азербайджанский, например. Вы вот сюда нажимаете на три точки, и вот тут другие языки есть. Вот тут другие языки. Вы можете эти языки поменять. Вот, видите? Разные языки. Выбирайте тот язык, который вам нужен. Любой. Я менять не буду, так как оставляю русский язык. Дальше что мы делаем? Вот смотрите, он уже автоматически у нас будет переводить на русский язык. Я просто захожу в любое видео. Давайте вот на последнее видео я зайду сейчас на данный момент. Нажимаю видео. Я его остановлю. Далее. Вот здесь у нас комментарии. Нахожу комментарий. Вот у нас он грузится. Далее я вот смотрите, ищу все видео, которые... Не видео, а комментарии, которые на иностранном языке. Далее, тут у меня русский все идут перевод. Сейчас найдем иностранные. Так, сейчас русский, все русский. Вот, смотрите, вот это у нас уже иностранный канал. Видите, на русский язык перевелся. Далее русский язык. Вот тоже иностранный канал, это греческий канал. Вот, видите, автоматически прям при вас переводит. Вот я двигаю. Так, это русский канал у нас идет. Вот у нас тоже получается американский канал тут. Русский канал. Ну вот вы видите, все на русском языке. Далее, смотрите, если вам нужно перевести другой язык, вы нажимаете, как я вам показывала вот здесь. Вот здесь нажимаете, обнаружен язык, да, выбираете тот язык, который вам нужен. Нажимаете на три точечки и выбираете другой язык. Давайте сейчас для примера просто покажу, выберу другой язык, наберу, например, какой-нибудь лаосский, давайте лаосский выберем. Он начинает автоматически переводить, видите, он на лаосском языке переводит у нас все. Видите? Все очень просто. То есть этот вариант, вообще здесь ничего не нужно, как в прошлом видео, как я рассказывал, там очень много получается, несколько действий нужно сделать, а здесь просто выбираете здесь на три точки, другие языки. Я сейчас верну обратно русский язык. Так, вот видите, русский язык у нас стал. Далее, смотрите, если вот этого
Вот здесь не будет вот этого окошечка. Вот давайте я его закрою. Вот его не будет, да, например, оно у вас пропадет. Вы опять нажимаете на три точки, которые находятся внизу, вверху, вот здесь. Нажимаете сюда. Опять нажимаете «Перевести». Видите, он опять, окошечко этого у вас появляется. Вот все. Больше здесь ничего такого делать не надо. Вот об этом хотела я вам рассказать сегодня. Упрощенный путь нашла для того, чтобы быстро переводить через Google Chrome комментарии на телефоне. Вот, я надеюсь, Самира выполнит вот эти действия мои. Если нужно будет вернуть обратно, там просто есть стрелочка, если у вас высвечивается стрелочка, вы просто нажимаете, выбираете русский язык, поменять нужно местами его, и все. Вот на этом я закончу. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, будь решать таким образом. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока.